Тр-тр-тр, погнали! Давно хотел сделать данную постройку, но, к сожалению, раньше это было сделать нельзя. Но с появлением стройки 3.0 это сделать можно. Так что вашему вниманию представляю свой концепт, свою разработку лифта! Та-дам! Да-да, вы не ослышались, именно лифта. Потому что ножками бегать, наверное, устают все. Итак, давайте попробуем его сделать. Для начала я поставлю просто один фундамент. Вот так вот. Улучшу его. Давайте до железа. Дальше я беру маленькие стенки, именно маленькие, потому что большими стенами вы ничего не сделаете. С одной стороны и с другой. Давайте улучшу тоже до железа. Лифт же у нас не будет деревянный, правильно? Здесь я поставлю дверь. Конечно же. Так, ставим каркасный. Улучшу его тоже до железа. И ставлю дверь. Вот такая вот дверь. Пусть открываться будет вот так вот. Открываем. Заходим. Здесь я стену закрою. Также до железа улучшу. Можете на свое усмотрение. Дальше я беру план постройки. И ничего не делаю, потому что беру стул. И ставлю его вот сюда вот. Посередине. Смотрите. Обратите внимание. Вот так вот как-нибудь. Попрямее бы поставить. Так, мешает мне вот эта дверь. Давайте ее пока сниму. Здесь сделаю еще фундамент, чтобы можно было отойти. Подарочки. Вроде Новый год прошел. И ставлю сюда вот так вот. Смотрите, стул. То есть на нем можно сесть. И поехать вверх. Так. И дальше я беру, смотрите, план постройки. И ставлю потолочный каркас. Вот так вот. Далее я его улучшу тоже до железа. Готово. И дальше мне понадобится решетчатый настил. Ставлю я его вот сюда. То есть делайте так же, как и я. Если вы поставите сначала вот эту решетку, потом не сможете поставить стул. Поэтому слушайтесь меня. Далее залазю вверх. Подарок чертов мне мешается. Давайте я его уберу отсюда. И мы с вами продолжим поднимать нашу постройку вверх. Носки. Ну, пусть будет носок. Украсим наш лифт. Дальше я снова беру стул. И нам нужно поставить его вот сюда. Посередине также его не поставите. Почему-то так нельзя сделать. Ну, придется немножко в бок. Вот куда-нибудь вот сюда вот. Попробуем. Готово. Дальше подпрыгиваю вверх. И закрываю. Так, нужно поставить нам сначала потолочный каркас. Так, улучшим. И ставлю снова эту сетку. Готово. Дальше, ребята, давайте опять вверх поднимемся. Так, так. Снова делаем такие вот нехитрые движения. Закрываем стеной. Улучшаем до железа. Готово. Немножко нужно нам отойти. Так, ставлю стул. Не забываем ставить стул. Уже этот посередине можно поставить. И снова закрываю решеткой. Так, где у нас? Ага. Так, вот, улучшаю. И снова решеткой. Готово. Также далее сюда ставлю стул снова. Вот сюда. Залезаю наверх. Так, ставлю каркас. Улучшаю. И ставлю решетку. Готово. Так, ну что, давайте проверим наш лифт. Он должен, по идее, работать. Так, давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот такая вот штука. Видите? Раз стул, два стул, три стул. И наверх. То есть четыре этажа. Раз, два, три, четыре этажа. Правильно, правильно. Ну что, добро пожаловать. Залазю я сюда. Сесть. Теперь на пробел, вверх поднялся, снова сажусь, опять на пробел, поднялся, снова сажусь, пробел, поднялся, снова сажусь и вверх. Ха-ха, та-дам! И вот я наверху. Вот такой вот концепт лифта я предлагаю попробовать вам тоже сделать. Ну а здесь, конечно же, можно сделать просто-напросто лестницы обычные. Так, это уберем. Носочек. Просто обычные лестницы, вот такие вот. И как будто это будет у нас. Можно будет добираться с помощью лестниц.
И пошел наверх. Там-дам-дам-дам-дам, дам-дам-дам-дам-дам. Вот так вот. Ну, допустим, это как один из вариантов. Можно повернуть вот так вот. И пошел вперед. Здесь тоже я сделаю так. Улучшу. Давайте вот так вот, чтобы отличалось немного. Так, сюда. Вход пусть будет у нас вот здесь. Так, это перевернем. Так, здесь я тоже закрою. Вот так, вот так и вот так. Пуньк-пуньк-пуньк-пуньк-пуньк. Так, здесь закрываю, конечно же. Лестницу переворачиваю таким вот способом. Закрываю здесь стенами. Так, и все. Готово. Мы с вами наверху. Так, здесь у нас выход. Давайте закроем все, посмотрим, как это все дело будет. И снова поднимемся. Вот так вот. Так. И закрою здесь потолок. Так, все дело улучшим до железа. Чтобы никто нам ничего не сломал. Здесь поставим дверь. Нормальную. Так. Готово. Ни черта не видно. Да ты боё. Улучшаю, улучшаю, улучшаю. Сюда также ставлю дверь. Готово. И я последнюю стенку вот так вот. Так. Ну вот, как бы так вот. Смотрите. Здесь лифт, здесь дом. Снова заходим. Давайте сделаем это вот так вот. Смотрим. Хоп. И заходим. Сюда. Так. Второй стул. Поднимаемся. Третий стул. Поднимаемся. Четвертый стул. Поднимаемся. Мы наверху. Далее тут дверь. И спускаемся вниз. Вуаля. Все получилось. Та-дам. Вот такой вот вариант лифта. Попробуйте сделать сами. И посмотрите, выйдет у вас это или нет. Можно его поднять очень высоко, но для этого нужно очень много времени. Вот. На этом заканчиваем. Увидимся в следующей тройке. И не забудьте покататься на лифте. И кнопки не жгите. Вот такой вот совет от дяди Ёжика.